Всем большой привет, всем гостям, всем подписчикам моего канала. И с названием уже понятно, что видео мое будет о посылочке и о продуктах, которые я получила с американского сайта iHerb. На самом деле я получила две посылочки. Вторая стоит у меня вот здесь сбоку. Будем ее открывать вместе с вами. Я ее получила только сегодня, а вот эти продукты я получила немножко раньше. Но ждала именно вторую коробочку, чтобы рассказать сразу о 6 продуктах, а не только о 3. Ну, я думаю, что все знают про сайт iHerb. Это такой американский сайт, на котором можно заказать все, что угодно. И косметику, и продукты питания, и витамины, и всякие добавки. В общем, такой очень хороший сайт, очень хорошие там продукты. И я заказала и сделала заказ с этого сайта. В пути у меня еще две посылки. Пересылка мне обходится бесплатно, потому что я выбираю такие продукты, где стоит эконом-доставка. Если они попадают в корзину, то те продукты, у которого нет эконом-доставки, они все равно присылают бесплатно. В общем, с корзиной нужно играть, сложить один продукт, другой смотреть. Ну и в конечном итоге мне все 4 посылки идут бесплатно. Можно, конечно, было заказать все одной посылкой, а не разбивать их на 4 посылки. Но дело в том, что у нас в Германии такой закон, то есть ты заказываешь больше, чем на 22 евро, посылка может попасть на таможню, тебе нужно будет платить налог, а у нас таможня находится в совершенно другом городе, за 20 километров. В общем, чтобы не рисковать, я заказывала меньше, чем на 22 евро. Вот эта посылочка мне обошлась, по-моему, 18. Вот эта посылочка мне обошлась тоже 18-27 евро. Мне кажется, вот здесь таможенники смотрят сумму, и если она бы превышала, то посылку бы отправили на таможню. Вот, кстати, уже их штемпель. Еще я хотела сказать, что сейчас до 1 декабря на сайте хорошая скидка идет, 10%. Код для скидки я оставлю у себя в инфобоксе, вы можете его использовать, и у вас будет 10% скидка, но только до 1 декабря. После 1 декабря по этому же коду вы можете получить 5% скидку. В общем, код я оставлю у себя в инфобоксе. Ну, давайте приступим к моему заказу. Итак, первое, что я заказала, что мне пришло, это вот такой чудесный, посмотрите, какой у него интересный дизайн. Это такой пилинг с альфа и бета-кислотами от фирмы Елизавека. Здесь 200 мл. Ну, вот не знаю, цена вам говорит или нет, потому что там постоянно скидки, постоянно цена меняется. Но я купила его за 4,60. Сейчас он, по-моему, стоит 6,15. Сейчас мы откроем, посмотрим, как он выглядит внутри. Посмотрите, какая чудесная коробочка. Это, наверное, как будто грязь в порах. И вот хрюшка будет чистить наши поры на нашем лице, будет вот эту всю грязь удалять благодаря этому пилингу. Здесь тоже вот такой вот грязнуля сидит. Вот так она открывается. Очень хорошо все запаковано. И вот так вот выглядит сам этот пилинг. Я уже, как уже говорила, здесь 200 мл. Такая вот крышечка. Конечно, не очень удобно, но я уже им пользуюсь, я уже приловчилась. Здесь вот еще все зафольгировано было, я эту фольгу уже убрала, потому что я говорю уже, что я им пользуюсь. И здесь еще была такая мембрана, и ее нужно было тоже проткнуть, чтобы начать пользоваться этим продуктом. То есть запечатано и упаковано, все полностью на 5 с плюсом. Прям полностью классный дизайн, и оформление, и упаковка, просто супер. Было полностью описание этого пилинга, были отзывы, можно было почитать, можно было ознакомиться с продуктом. И там было написано, что это многофункциональное тонизирующее средство, которое выполняет очень глубокую очистку пор, тонизирует кожу, мягко очищает ее от омертвевших клеток. И также там написано, что этот тоник содержит не только альфа-кислоты для тщательной очистки, отшелушивания и увлажнения кожи, но и также бета-кислоты, что очень важно тоже для нашей кожи. Очень также меня удивил состав. На первом месте здесь стоит вода, потом сразу идет молочная кислота. Как мы знаем, молочная кислота очень хорошо отшелушивает омертвевшие клетки, обновляет, выравнивает тон кожи, отбеливает лицо, выводит из пор токсины, увлажняет кожу. Также на третьем месте идет масло семян подсолнечника, которое защищает кожу от ультрафиолета, увлажняет и питает. На третьем месте стоит ниацинамид, витамин В3. Я уже тоже про него рассказывала, но повторю, что он обладает антиоксидантным, антивозрастным, увлажняющим, что очень хорошо для нашей кожи. Потом идет лимонная кислота, которая дает очищение, лифтинг, пилинг,
осветляет нашу кожу. Следующее, что здесь идет, это масло семян винограда, омолаживающее, антиакне, противовоспалительное, антисептическое действие, также защита от ультрафиолета и лифтинг. Также здесь идет моя любимая гликолевая кислота, которая отшелушивает, способствует уменьшению морщин, осветляет кожу, обеспечивает глубокое очищение кожи. В общем, вот такой вот интересный пилинг с кислотами мне пришел. И я уже, как сказала, начала им пользоваться, и мне он пока очень нравится, но я чувствую, что для моей кожи он очень сильный. Каждый день им пользоваться я не могу. У меня потом начинает очень сильно щипать кожа, очень сильно она краснеет, но примерно 1-2 раза в неделю им я смело буду пользоваться. Потом, когда кожа привыкнет, я уже буду, конечно, чаще его использовать. Но рука у меня постоянно к нему тянется, прям не знаю почему, но постоянно рука у меня к нему тянется. Но могу сказать одно, что кожа выглядит намного лучше, ровнее, выровнялся тон кожи, поры начинают потихоньку сужаться, и я думаю, что, конечно, это средство больше подойдет для жирной проблемной кожи. Следующее, что я заказала, это вот такой вот крем от американской фирмы Revala Labs Anti-Age, антивозрастной 5% гликолевый крем. Вот так вот он выглядит, такая вот интересная у него упаковочка, такая вот интересная у него коробочка, логотипы стоят. Вот так вот он выглядит внутри, я уже тоже начала им пользоваться. Здесь 42 грамма, и стоил он 9 евро 94 цента, но сейчас, по-моему, стоит 13 евро. Ну, я говорю, там цены каждый раз меняются, скидки появляются, поэтому насчет цен я не могу сказать. Я только могу сказать за ту цену, за которую я купила. Я купила за 9 евро 94 цента. Вот так вот он выглядит внутри. Здесь была такая защитная штучка. И вот так вот он выглядит. Почти не пахнет. И такая текстура у него больше как гелевая. Очень хорошо впитывается. Тоже лицо чуть-чуть пощипывает, потому что это все-таки кислота. Вот такой вот крем. Также на сайте можно прочитать всю информацию о нем, из чего он состоит, что внутри, и отзывы людей, которые его уже использовали. И там написано, что натуральная гликолевая кислота с растительными экстрактами, которая улучшает цвет лица благодаря отшелушиванию и текстурированию. И там рекомендуют начинать новичкам использовать вот эту 5% гликолевую кислоту, а потом переходить на 10%. Она тоже есть у них в наличии, но стоит чуть-чуть подороже. Написано также, что можно его использовать в качестве дневного и в качестве ночного крема, но я использую его только на ночь. И в состав его входит вода, на третьем месте стоит гликолевая кислота. Также здесь содержится ретинопальпамид, тоже очень хорошее средство для кожи, оливковое масло, подсолнечное масло, порошок сока алоэ, масло лимонный центр, экстракт жимолости, масло семян тыквы, экстракт корня морковки и многое другое. В общем, если вам интересно, заходите на сайт, все ссылки я оставлю у себя в инфобоксе на эти продукты и читайте, там очень много информации. Также очень важно для меня, что этот крем не содержит ни парабенов, ни сульфатов, ни минеральных масел, ни продуктов нефти, никаких других вредных ингредиентов. Вот такой вот чудесный крем. Используется очень экономно. Я думаю, что хватит мне его надолго, но потом я закажу себе 10% уже посильнее такой крем. И последнее, что мне пришло в этой первой посылочке, это вот такой пробничек. Там есть полный размер, но я взяла вот такой маленький на пробу. Здесь 59 мл. Это такое средство для умывания с 3% альфа-кислотами, которые представляют собой слегка пенящее средство, но не содержит мыло, которое удаляет омертвевшие остатки кожи, грязь и лишний жир, но не оказывает агрессивного воздействия на кожу, что немаловажно. Также здесь содержатся чистейшие ароматические эфирные масла, которые тонизируют, успокаивают и улучшают состояние кожи, обеспечивая ей чистоту и свежесть. И в состав этого средства входит на первом месте вода, на втором сок листьев алоэ. Также здесь содержится экстракт лаванды, пантенол, лимонная, гликолевая, яблочная кислота и многое другое. В общем, всю информацию вы можете почитать на сайте. И также написано, что оно органическое, веган, и продукт не испытывался также на животных. Вот здесь все вот эти знаки. Я уже тоже говорю, что начала им пользоваться. Очень он экономичный, буквально капли хватает, чтобы промыть все лицо и шею. И на самом деле лицо такое прям аж скрипит. Чувствуется, что поры очень хорошо промываются.
И очень мне это средство понравилось. Обязательно закажу его в полном размере. Купила я его за ОИРА 48. Но сейчас его нету в наличии уже примерно неделю. Очень мне понравилось это средство. Состав просто чудесный. Никакой химии. Обязательно закажу ее себе в полном размере. Очень оно мне понравилось. Ну и теперь приступаем к моей второй посылочке, которая мне пришла только сегодня. Смотрите, здесь на всех языках написано спасибо, спасибо, спасибо. Вот так вот здесь все хорошо упаковано, чтобы ничего не разбилось. И здесь тоже у меня пришло три продукта. Ну и сейчас мы будем с вами все вместе смотреть, открывать и знакомиться с этими продуктами. А, здесь, смотрите, еще положили какой-то журнальчик. В первой посылке у меня не было журнальчика. Beauty. Какая-то реклама. Ну, в общем, здесь вот такая рекламка продуктов такая. Кстати, вот такой я тоже заказала себе, только красненький. Он идет с витамином А и папайя. Тоже скоро мне должен прийти. Вот, кстати, тоже глюколевая маска какая-то. Ссылки на эти продукты я тоже оставлю у себя в инфобоксе, чтобы вам было легче их найти на iHerb, если вы хотите заказать. Ну и первое, что мне пришло, это вот такой вот тоже чудесный поросеночек. Тоже фирма Лизавека, это корейская косметика. Посмотрите, какой красивый дизайн. И здесь на голове у хрюшки сидит птичка. Я подозреваю, что это ласточка, потому что эта сыворотка пришла мне с 97% экстратом ласточкиных гнезд. Раньше была вот улитка популярна, а теперь экстракт ласточкиных гнезд. Давайте откроем, посмотрим, как она выглядит внутри. Смотрите, какой классный дизайн тоже здесь. Вот так вот выглядит сыворотка. Такого она золотого цвета. Здесь также поросеночек, на нем сидит ласточка. Все удобно, с пипеточкой. Средство довольно-таки густое. Вот так вот оно выглядит. Такое не жидкое оно. Какое приятное. Очень хорошо впитывается. Почти не имеет запаха. Но вот оно все и впиталось. Уже ничего и не осталось. В общем, давно хотела заказать себе эту сыворотку. И вот, наконец, моя мечта осуществилась. Купила я ее за 6,70. И в описании стоит, что это идет восстанавливающая антивозрастная сыворотка с ферментами или с экстратами ласточкиного гнезда. Ласточкино гнездо – это вообще одно из ценнейших косметических ингредиентов. Его здесь 97%. Вот эти ласточкины гнезда, я читала, что они представляют собой склеенные слюной стрижей, бескостных мальков, моллюсков, морскую капусту, другие водоросли, а также там попадаются икринки. И по сути эти ласточкины гнезда – не что иное, как питательный набор даров моря богатым йодом и содержащим массу полезных микро- и макроэлементов. И вся вот эта косметика на основе ласточкиных гнезд, почему я ее заказала, она очень хорошо улучшает цвет лица, обеспечивает эффект лифтинга, увлажняет, питает, улучшает цвет лица, в общем, стимулирует процесс регенерации тканей. Также в состав этой сыворотки входит ниацетамид. Про него я уже говорила, что он входит в тройку самых лучших эффективных ингредиентов косметики. То он очень хорошо стимулирует синтез коллагена, улучшает защитные функции кожи, смягчает, повышает эластичность, сужает поры. Также в эту сыворотку входит алатонин, который успокаивает раздраженную кожу. Сейчас на сайте стоит, что ее нет в наличии, но ее нужно ловить. Она очень часто появляется, просто ее очень быстро разбирают. Я тоже долго не могла ее поймать, но все-таки поймала. И там еще есть такие патчи синие тоже с экстратом ласточкиных гнезд. Но пока я вот решила попробовать только сыворотку, а потом будет видно. Но я думаю, что эта сыворотка мне очень понравится, что я буду ей очень довольна. Отправляем ее обратно в коробочку. Следующее, что я заказала и что мне пришло, это вот такой интересный бестселлер на iHerb. Это лимонный пилинг-скатка с минеральной водой от фирмы Secret Care. Здесь 120 мл. И на сайте стоит, что этот пилинг способствует очищению пор, удалению омертвевших клеток,
Благодаря газированной лимонной воды ваша кожа будет выглядеть здоровой и сияющей. Газированная лимонная вода поможет идеально очистить ваше лицо. В состав входит лимонная кислота, которая обладает отшелушивающим эффектом и за счет содержания в ней витамина С и пектина очень хорошо питает кожу и придает ей сияющий вид. Содержит также коллаген, гиалуроновую кислоту, экстракт риса, экстракт ромашки, водный настой зеленого чая, экстракт папайи. И рекомендуется его использовать при тусклой коже, бороться с угрями. В общем, вся информация, еще раз повторяю, на сайте. Вы можете зайти и все это изучить. Давайте откроем, посмотрим, как он выглядит. У него такая все зафольгирована. По идее, должен пахнуть, конечно же, лимончиком. Очень красивый у него такой дизайн. Здесь тоже все запломбировано, оказывается. Посмотрите, как хорошо все упаковано. Такого желтенького цвета он. Посмотрите, он уже начинает потихоньку скатываться. Ну, в общем, его надо вот так оставить, подождать. Ну, если вы так начинаете тереть, то вот он уже начинает скатываться. И за собой забирает всю нашу грязь с нашего лица. Пахнет такой, правда, какой-то газировкой с лимоном. Ну, такой не сильный запах лимона, но приятный такой. Ну вот, посмотрите, вот он как скатывается. Вот такой вот у него эффект. Я сейчас его убрала, вытерла, и посмотрите, какая нежная. Ну, конечно, вам не видно, но кожа прям такая нежная-нежная стала в этом месте. Супер эффект. Еще раз повторяю, что ссылку я оставлю в инфобоксе. И думаю, что многие захотят его заказать. Я считаю, что очень прекрасное средство. И последнее, что я заказала, это вот такой вот гель для умывания. Здесь у нас 150 мл, он немного больше, чем вот этот вот с лимоном. Ну, давайте посмотрим, как он выглядит внутри. Тоже все зафольгировано у него. Ой, извините, такой звук. Я думала, что он будет зелененький. Он, посмотрите, какой такого кремового цвета. Такой вот. Ну, сильно много я выдавила. Видать, это очень экономичное средство. Его надо совсем немножко. Смотрите, как он уже хорошо пенится, даже без воды. Ой, а какой запах у него, девочки. Ой, божественный. Ой, как он пахнет. Ой. Ой, какой чудесный запах. Ну, конечно, я сильно много выдавила. Это будет очень экономичное средство. В общем, вот такая вот. Вот такой вот гель для умывания. Кстати, мне, по-моему, хватит все тело им сейчас намылить и помыть. Так это еще без воды, а с водой-то он еще больше пенится будет. Ой, какой запах чудесный. Ой. Только из одного запаха можно его заказывать. Ой, как классно пахнет, даже не пойму чем. Ну и на сайте стоит информация о нем, что это успокаивающее и увлажняющее пенное средство для очистки с алоэм вера. Здесь находится 80% алоэ веры. Он очень хорошо устраняет загрязнения с помощью кремовой пены, которая содержит экстракт алоэ вера. Встряхните моющее средство в руку, ну или выдавите в руку. Добавьте воды, взбейте богатую пену. Аккуратно нанесите на лицо массирующими движениями и тщательно промойте теплой водой. Я вот не знаю точно, смывает ли оно косметику, можно ли им смывать косметику, либо просто после косметики, после демакияжа нужно его использовать. Информацию на этом сайте я не нашла. Но если кто-то уже пробовал, если кто-то уже заказывал, напишите мне, пожалуйста, комментарий, я буду очень рада. В общем, вот такой вот интересный, с потрясающим запахом, увлажняющий, успокаивающий гель мне пришел. Ну вот, в принципе, и весь мой заказ, все, что я заказала. Очень довольна я этими заказами. Буду пробовать, потом оставлю обязательно отзывы, видео про пустые бутылочки, так что не пропустите. Всем хорошего времени суток, оставайтесь красивыми и молодыми. Не забудьте, что на все эти продукты ссылочку я оставлю у себя в инфобоксе. Пока-пока!